Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Инстаграме. Все ссылочки в описании. И сегодня у нас 9 августа. Я нахожусь на территории морского порта, в самом центре города Сочи. Время 2 часа дня, на улице жара. Где-то 33-35 градусов. Люди гуляют. Их зазывают на яхты. Вода, как обычно, на территории порта прозрачная и спокойная. На море тоже сейчас нет волнения. Пляжи все битком. Несмотря на полуденный зной. Вот зазывают кататься на яхтах. Какая красота здесь, в центре Сочи у нас. С моря дует легкий ветерок. Единственное, что утешает в такую жару. Такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!